Друзья, Железный порт Футбол Кап успешно завершился. Долго вас задерживать не будем и приступаем к торжественной церемонии награждения участников, победителей и призеров нашего турнира. Награждение будет принимать участие Королева Светлана Владимировна, сельский голова Чулаківський ОТГ. И исполнительный директор Херсонской областной ассоциации футбола Алексей Кручер. Президент ассоциации футзала Херсонской области, известный спортивный менеджер не только в Украине, но и за пределами нашей страны Алексей Левченко. Світлана Володимирівна, пару слов, пожалуйста. Всім доброго дня. Сьогодні ми вже Чулаківська ОТГ, і наша громада вже неодноразово приймає на цьому чудовому полі футбольні команди, змагання проходять тут. Тому ми завжди раді вітати дорогих гостей у нас на нашій Чулаківській землі. І всі ми бажаємо в першу чергу миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Будьте здорові! Слава Україні! Алексей Кручер, исполнительный директор Херсонской областной ассоциации футбола. Доброго дня. По-перше, прийміть найщиріше вітання від очільника Української асоціації футбола Андрія Павелка, від першого віце-президента Української асоціації футбола Вадима Костюченка. До речі, у нього сьогодні день народження. Вітаємо разом усіх. Також вітання від очільника Херсонської обласної асоціації футболу Андрія Гордєєва. Ну і маємо надію, що цей турнір буде традиційний і в кінці серпня кожного року ми будемо його разом зустрічатись в Залізному порту на стадіоні в Чулаківці. І маємо надію, що дана пані переможе у місцевих виборах. Ну і усім побажаю удачи. Спасибо. Ну что, начнем. Номинация «Самый молодой участник нашего турнира» — это игрок команды «Фламинго» Петренко Анатолий Яковлевич. 77,5. От нашего партнера, кофейный партнер, 32 паунс. Самый вкусный кофе в мире. Давай, Тёта. Толя, мы с тобой курим.
Самый красивый гол турнира забил Сергей Елькин. Номинации «Лучший Владимир Анатольевич турнира» победил мастер спорта, человек, который без замен сегодня и вчера провел все матчи, Владимир Анатольевич Лебедь. Еще было пакетик. Все. А теперь номинации возрастной категории 50+. Лучший вратарь Сергей Алексеенко, Легион 21. Лучший игрок команды «Ветеран» Винницкая область Коваленко Валерий. И, пожалуйста, капитан команды «Ветеран» Винницкая область. Шестое место. Победители шестого места. Пятое место. Команда «Фламинго» Горишни Плавни. Капитан команды, пожалуйста. И лучший игрок... Ханько Владимир. Не, я знаю. Ждите просто их. Попачал. Да, просто так объявили. Четвертое место. Команда «Нива» Петропавловская Борщаговка. И лучший игрок Александр Белоцкий. Пожалуйста, команда вся выходит. Медали. Бронзовые медали. Бронзовый призер. Нива Петропавловская Борщаговка. Как мы станем? Он сейчас начал. Так, нам стать лучше, ребят. Бронза, Нива, Петропавловская Борщаговка. Серебряные медали. Титан, город Киев. И лучший игрок Ятин Андрей. Thank you.
за организацию. Самая медленная команда. Спасибо, хозяйка, дай Бог вам здоровья. Спасибо. Выстраиваемся, выстраиваемся, пацаны. Пацаны, сиди, сиди, на полуху. Давай, давай. Пацаны, сюда. Вот туда встать. Вот сломали пацаны. Вместе можно? Организации нет. Первый ряд. Сань, давай. Лучше его. Давай, можете? Кубок еще. Кубок. На, Олег, вот. Внимание! Отлично, лучший игрок. Спасибо большое. Спасибо большое. Малые золотые медали. Команда Гопри, Голая пристань, и лучший игрок команды Ярков Сергей. Выходим, вся команда. Давай, банда. Еще полчаса и хватит, спасибо, мы потом идем. Спасибо. Чемпион Железный порт футбол кап Легион 21. Киев. Лучшие золотые медали. Лучший игрок Анатолий Александров. Скажи хоть в этом, ты дергаешь. Дякую вам. Вам здоров'я, успіхів. Робіть добру справу. І ви переможете. Я бажаю. Вона не закінчувалася. Встаньте в ряд, Юльо, готовенькі. Дякую. Вместе можете йти? Так. Объединиться, ви ж команда. Ручки, ручки. Так, дай, так. Лучший нападающий возрастной категории 50+. Михаил Касатка, Легион 21. Ну, главное вовремя справиться. Лучший нападающий 40+. Шкира Олег, СКВ «Комфортный город». Готовится Пидубный Сергей. Лучший защитник 40+. Пидубный Сергей, ветеран Лучинск, Луст. Я вкрываю, вот здесь.
Переходим к младшим ветеранам. Возрастная категория 40+. Седьмое место — торговый центр К. Кодема, Одесская область. И лучший игрок — Петросян Арсен. Давайте. Я витаю. Алексей, спасибо. Шестое место. Известная команда West Frost, Киев. Лучший игрок — Андрей Корник. Пятое место. Команда «Новоукраинка», Кировоградская область. Лучший игрок — Александр Куриной. Я уже побачила. Бронзовый призер — команда «Магазин круизов», Киев. Лучший игрок — Юрий Акуленко. Юрий уже уехал, у него вечером еще 3 игры в Киеве. Давайте на меня. А теперь на камеры. Теперь сюда. Телевизор. Сюда, сюда, сюда. Разверни. Меня разверни. Хорошо. Спасибо вам. Серебряные медали. Ветеран Лучиск, Луцк. Лучший игрок — Никитин Александр. А если мы не будем надевать? Все уехали, да? Лучший игрок — кто там? Я не знаю, давай, 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 давай. Раз. Да. Ну скажешь, потом я специально. Кому там спонсором, если кому-то надо. Золотые малые, малые золотые медали. СКВ «Комфортный город», Северодонецк. Лучший игрок — Симбирёв Евгений. Давай, давай. Ох, попьём. Шпиля с призами. Симбирёв с призами. Чемпион, победитель нашего турнира «Железный порт Футбол Кап» —
Барбадос, Херсон. Лучший игрок Тормозов Роман. Готовы? Раз, два, три. А еще раз на камеру, Давай еще раз начнем. Веселее. Веселее. Давай. Ну что, наш турнир завершен. Возвращаемся домой, отдыхаем. И готовимся на Испанию, Грузию, Португалию, Узбекистан. Не расходитесь, пожалуйста. Покатите на Вышка, наиграли, не жарко, а сейчас жарко. Так может руки поднимем на следующих? Кабан, ничего. Сфоткайте их! Сфоткайте их!